Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот в этот раз я хочу, наоборот, обратиться к своим зрителям за помощью. Вот такие насекомые, то ли я не обращала внимания, или их не было раньше. В этом году у меня во всем огороде на каждом перце сидел вот такой вот какой-то жучок красный. Сейчас, видите, они уже делают детей, вероятно, их будет еще больше. Я хотела спросить, может быть, кто-то знаком с этим насекомым, что это за насекомое? Поедает оно перцы или нет? Вот здесь у меня дорожка перцев, и вчера пришлось обрабатывать эту дорожку, потому что почти на каждом перце сидит вот такое чудо красненькое. Тут, видите, два вот спарились, вот еще один вот лежит, отдыхает, вероятно. В таком большом количестве я никогда не видела, что это не солдатики красные, обычно у нас красные солдатики. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, комментарии под этим видео, что это за насекомое. И что оно пожирает, и вредно ли оно вообще. Ну, вообще, я знаю, что если насекомое у тебя сидит в огороде, значит, оно вредное. Они едят только зелень и какую-то культуру, он все равно ест. Но вот у меня он на перцах, на каждом перце, по одной, по две штуки вот таких. И в теплице, и на улице. Вот, родилась новая семья, скоро будут дети, наверное. Все, до свидания, жду помощи.